Что мы тут готовим, симпатичная такая? Смотрите, сейчас мы просто убираем эту штуку, да? Дамкратик называется. Да, бля. Сука, нельзя ссать в моем лесу. Тебе кто-нибудь разрешал, мразь, ссать в моем лесу? Да, сука. Всем здорова, дорогие друзья! С вами я, Кирюха Варпач, и сегодня покажу вам секретный режим пятницы 13-е. Я думаю, вы о нем даже не догадывались. Потому что кто в 2019 году вообще, в принципе, заходит в пятницу 19-е, кроме как посмотреть это на канале у Варпача? Никто ее не выпускает. Они не выпускают никакие глобальные обновления. Ничего вообще не происходит в этой игре. Правда, они выпустили апдейт на 3 гигабайта, где обновили игру совершенно полностью. Смотрите, я нажимаю офлайн игра. Задание. Можно, конечно, с офлайн ботами поиграть, но это нам не нужно. Нам нужны задания. Добро пожаловать в режим одиночной игры. Более подробную информацию смотрите в этом разделе. Ну и типа тут вот можно посмотреть по заданиям, да, что тут делать. В роли Джейсона вам предстоит выполнить ряд заданий. По мере их прохождения будут открываться новые задания. Выберите задание, затем Джейсона, за которого будете играть. И посмотрите ролик, содержащий подсказки по достижению цели каждой миссии. Вот эти вот у нас миссии будут, да, 3 черепка. В принципе, мы тут можем ознакомиться с правилами. В каждом задании по карте рассредоточены вожатые боты, занимающиеся своими делами. Если Джейсон будет осторожен, его не заметят. Ну и все в таком духе. Вы по ходу игры лучше все это разбирайтесь. Так вот, апдейт выпустился, здесь поправили всякие баги, которые присутствовали. Я, пожалуй, просто на... Ой, мамочки мои. Опа. Так. У нас боты разговаривают. Вот это интересная хреновина, согласитесь. Вот это да. Пошла жара, поехала. Два парня стоят и чинят машину. И один другому сказал: если ты мне поможешь, мы с этим дерьмом закончим побыстрее. Но они не знают, что папочка Джейсон уже наблюдает за ними и хочет сожрать их сраные головы. Я не знаю, нужны ли мне эти дротики прямо сейчас. Но знаете, вот этот эффект перфекционизма, когда ты все собираешь, во мне, сука, присутствует. Посмотрите. Посмотрите, один не под машиной случайно лазит, а? У нас доступны все абсолютно перки, как прям в онлайн игре. Опа, тихо. Как он меня видит? Очень серьезно? Это что нахрен, тупой ботяра, что ли? What the fuck? Это нормально. Нормальный тупой бот, в принципе, нормально. Смотрите, сейчас мы просто убираем эту штуку, да? Дамкратик называется. И минус голова этого красавчика. Самый красивый парень в школе оказался без головы. И кому-то теперь нужен урод херов, а? Вот так вот тебе, на, сука. Я пойду замочу твоего дружка. Особое убийство, плюс 500, убить дамкратом. Так, ну слушайте. Да, мамочка, мамочка. Как там, хвалит Джейсона. Так, тихо. Стой. Очень серьезно. Боты настолько тупые. Не замечен право... А, ну то есть тут вообще можно... Подожди, а это что? Это наблюд... Сука! Поза педофила какая-то. Чё? Вышивших нет, неуда... А, я еще и провалил! Очков опыта успех. То есть мы должны еще как-то особо их замочить, что ли? What the fuck? Проверить карманы. Что это значит? Все, я понял. Давайте повторим попыточку. Ну, одну ачивочку мы с вами уже получили. Давайте попробуем по-другому теперь убить этих ублюдков, которые застряли у меня на районе. Так, ну что мы успеем? Я сразу понял, что тот чувачок убегает. Значит, тот, кто в кустиках, мы должны его замочить просто первым. Он уходит в кусты, мы убиваем того, кто уходит. Ну, а потом добиваем того волосатенького мальчугана. Я думаю, так будет максимально правдоподобно, и никто их даже не найдет в моем лесу. Ну что, давайте... О, тут, кстати, посмотреть можно. Я преследователь. Я преследую жертву. А, кстати, а что он тут делает? Он, по-моему, курить, да, отходит сюда? Он что-то в уголок. Или поссать, я не знаю. Скорее всего, поссать, да? Где? Ну, слушай, в луже своей же мочи. Ой, фу, как же это показано-то, а? Сука, нельзя ссать в моем лесу. Тебе кто-нибудь разрешал, мразь, ссать в моем лесу? На, сука, повиси тут. Еще в пипку тебе. А, ой, единорог.
У меня теперь есть собственный единорог. Правда, он не фиолетового цвета, но все же. That's my special. Мамочка довольна Чейсоном. Так, ну что, преследователь, да, о чем мы здесь можем? Зачем нам эти ножи? Я если его кину, он же с одного удара ножа не умирает. Хотя это синглплеер, хер его знает, как здесь оно работает. Но я так понимаю, нам осталось просто дождаться этого чувачка, который встанет в нужную нам позу, и мы просто прихлопнем ловушечку. Так, единственное, что мне интересно, в какой позе он его будет ждать. Я точно помню, когда я первый раз провалил задание от нас, этот чувачок убежал. А, там было что-то про капот сказано. То есть нам, наверное, будет какой-то интересный день. Я иду, 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 иду. Я иду, 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 иду. Бегу просто на всех парах. Опа. Ну, слушайте, первая миссия была, ну, как и ожидалось, легкой. Два парня остались в лесу и, к сожалению, не выжили, да, как мы видим? Выживших нет, успех не замечен, успех, очков опыта не удать. А чё, что, чё-то не так сделал? Ну да ладно. Главное, у нас есть два черепка, и мы можем пройти на следующую локацию, то есть посмотреть второе задание. О, посмотрите, это что у нас? Спешка открыта какая-то. Непонятно, что это такое. А, это, скорее всего, анимация нам открывается в онлайн-игре. Бабайка, сука, попроще не могли назвать как-нибудь? Так, выходим в меню. И, во, вторая борьба. В Хиггинс Хэвен творится нечто странное. Крики, отключение света, необъяснимый запах гари. Вы посмотрите на этих милашек, которых мы сейчас, прямо сейчас, будем убивать. Я так понимаю, здесь у нас тоже будет две цели, да, которые нам нужно уничтожить. Ой-ой-ой, а чё, whoa, чё, чё сразу кричат-то? О, ты слышал это? Кто-то кричал. Кто-то снаружи кричит, нам нужно не убираться отсюда, да? Я из-за музыки не слышу, чё она... А чё ты кричишь-то? Что, чёрт, чё происходит, чё ты делаешь? Просто проверяю, дорогой. А вот... Свет отключился, он должен проверить, почему все отключилось. Не пугайся, мужик. Конечно, не пугайся. Это случайность, которой ты очутился. Так, ну теперь я более научен на своих же ошибках. Я теперь знаю, что в этой игре нужно выжидать тайминги. Тайминги — это наше все. Так, пупсичек, тебе нужно выйти и проверить электричество. Кстати, я бы на самом деле, наверное, залетел и посмотрел, что там происходит вообще. Ну, чтобы время не терять зря, да? Где у нас тут эта дамочка? Тук-тук, здравствуйте, это я, Джейсон. Я пришел по вашу душеньку. Так, подожди, одного я вижу. А где бабонька? Бабеха где? Она, по-моему, на кухне, да, где-то готовит? А кухня у нас находится тут или не тут? Здравствуйте! А что мы тут готовим, симпатичная такая? Ой, как же они сделали? Это прям как фаталити в Mortal Kombat, серьезно. Это что? Нахрен? А лицо такое... Бля. Ты видел? Она такая... Бля, сделала прям. Прикольно. AJ El Dante, особое убийство, 250 экспы. Слушайте. Ой, тихо, тихо, тихо. А чё? А чё ты куда... Ты куда? А вон там трансформатор. Ну, наверное, должен был туда пойти, проверить трансформаторную будочку, нет? Оп! А мы тебя и поймали. А? Смотри, изобретательный плюс 50. Слушай, я на этот раз очень быстро их уничтожил. Бам-бам-бам-бам. Смотри, смотри, как красиво. Мамочка, ты видела? Мамочка, мамуля, ты видела, как я его уделал? Это что? Это типа они убежали или что? Или новая локация? Что это сейчас было? Вы видели? Вы видели двух подростков, которые подошли сейчас? Так, подожди. Пистолеты разбросаны. А давай уничтожим сразу. На-на! Вот так просто, сука. Подожди, они же сюда по-любому, да, зайдут? Нет, да, нет, да, нет, да. У меня просто эти ловушки. Давай, чтобы они вот сюда не заходили, мы вот так вот херакс, вот прям сюда. Прям сюда, вот так, ёп. Мы не можем сюда ловушку поставить? Всерьез? А на улице, может, можно? Подожди, а здесь они не пойдут? Здесь херакс? Во-во-во-во-во-во-во, хорошо. Так, и мы здесь еще подглядывать можем, да, скорее всего? Да, я просто экстрасекс. Ну, правильно говорится экстрасенс, но я экстрасекс. Так, подожди, и чё? И чё, они сейчас меня увидят? Не?
Давайте, как в самых страшных фильмах, вам нужно что сделать? Правильно, разделиться. То есть вы идете такие вместе, 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 потом херакс, 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 и вы уже не вместе. А? Как вам такое? Так, я быстренько вот возьму ножичек, да? А то я на ваших братишек не потратил ножички, а вот на вас там, мне кажется, мне придется попотеть. Потому что, сука, они сейчас в дом зашли, и мне кажется, что они сейчас, сука, вот тот чувак... Это бабёха. А куда она пошла? Бабёха? Они в доме. Окей, я понял. Угу. Хорошо. Гаишник играет Dota 2. Хорошо. Хорошо, когда гаишник играет Dota 2. Так, слушайте, она пошла куда-то в амбар. Ну и туда тебе дорога, сучка. Я по... Тихо. Тихо. Опа. Здорово, братишка. Здорово, мой маленький. Здорово, сладенький. Я убью тебя, как того твоего дружка. И пойду сейчас за твоей девахой. А, как тебе? Не хочешь, да? Ну, тебя никто и не спрашивал, в принципе. Плевать вообще, что ты там себе надумал. Я сейчас приоткрою вот эту дверцу. Тайн просто. О, да. Мамочка все хвалит и хвалит. Я просто убиваю их по КД. Просто мочу, как сучкиных сучек. Иди сюда, мадам. Так, я уверен, что там будет какой-то элемент, где мы сможем ее поймать. И что-то красивое сделать. Ну, целый амбар, камон. Еще и луна такая светит. Ой, посмотри. Красиво. Ой, красиво-то как. А, подожди, а если она здесь обратно пойдет? Я на всякий случай. Я же сам не могу наступить, да? Так, она подойдет. Тихо, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Че такое? Че такое? Что такое? Незамечено право. Так, куда? Куда ты пошла? Куда ты пошла, сладенькая? Пупсичек. Пупсик. Куда? Куда? Застряла. Не так что-то, да? Оп! Оп! А что-то, подожди, а в костер не хочешь? Чуть-чуть буквально. Погореть. Ну, слушайте, поймал всех. Поймал всех. Мне должны, мне кажется, просто сейчас дать ачивок 10 из 3. То есть там всего 3 ачивки же дают, как я понимаю, да? Мне должны 10 дать. О, выживший нет, успех. Незамечен неудача, очков опыта, успех. О, отлично, я 2 черепка собрал, но это уже неплохо. В общей сложности они как, суммируются? Или как они там, на следующий уровень мне дадут доступ или еще что-то? Еще нам, смотрите, насмешки дали. Шаффл. Everyday I'm shuffling. Давай, в меню. Давай. Свет выключен, машина не заводится, электричества нет, что-то не так. К тому же чат снова забыл заправить генератор. Так что Джейсону придется их всех наказать. Ну хорошо, раз Джейсону нужно их наказать, а раз так написано, значит мы это и сделаем. Слушайте, мне нравятся такие мини-задания. Напишите в комментариях, продолжать ли мне это записывать. Потому что мне вот дико доставляет просто, знаете, как придумывать какие-то экзекьюции. Это как в Хитмане, только немножко попроще. Что ты говоришь? Это реально очень странно. Везде свет выключился. Все очень плохо. Еще идет дождь. Я готова сделать все, что угодно. Я готова раздеться. Только спаси меня. Хорошо, я найду газ. И мы свалим отсюда. Хорошо. Я постараюсь расслабиться. Расслабься. Я просто пойду и заведу этот генератор. Я так понял, он либо пойдет сейчас топливо искать для машины, либо он пойдет реально заморачиваться над генератором. Смотрите, он из туалета вышел такой, как Шрек. Somebody, some walking, ten. Так, хорошо, мамочка, я найду, всех найду, все сделаю. Так, мы же профессионалы. Камон, мы же реальные профессионалы. О, тихо. Куда ты, сука? А, типа, подожди, под дождем, да? Подожди, я вижу сучку, которую можно оприходовать. А, тихо. А ты куда побежал? Подожди, я за тобой полечу. Подожди, куда? Он побежал в амбар? Серьезно, так далеко? Братан, ты надолго оставил свою дамочку одну, хочу тебе сказать. Ну, а я думаю, дамочка-то не выбежит в такую погоду, да? Или же нет? А. Он сейчас зашел в дом, понял, не дурак. Давай понаблюдаем за ним. Так, ему нужно... О, все, заходим. Быстрее, пока время есть. Давай. Пока он не починил этот гребаный генератор. О, хорошо. О, он еще и польет. Сейчас еще и кинет его, и он загорится, да? Ну-кась.
Слушайте, только ради вот этих экзекюций можно играть в этот режим. Охренеть просто. ЁПРСТ. Ёшкин макарёшки. Ты посмотри на это. Оп. Хорошо, генератор мы сломали. Подожди, а он что хотел? Он хотел отсюда вылить в канистру топливо, наверное. Наверное, да, потому что это нелогично. Зачем я сломал? Или он его починил? Он починил, наверное, генератор. Она говорит, это ты? Конечно, это он. О! Нет, 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 прости, 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 я пошумел. Прости, 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 я не хотел. Где ты там? Сладенькая, миленькая моя, пупсичек мой, а? В домике, да? В домике, в домике. А Джейсон идет за тобой. Тук-тук, моя хорошая. Оп! А не ожидала, да? Ой, как неожиданно это получилось. Давай сразу тебя сломаем, иначе ты же можешь убежать. Удар дверью. Просто бам, бам, и головы-то твоей нету. Слушайте, ну тут на каждого персонажа, мне кажется, есть какая-то экзекюция, то есть быстрое убийство, да, такое? Все миссия выполнена. Выживших нет успех, не замечен успех. Нас еще не... Мы все три черепа получили. Ну что ж, ребята, я думаю, на этом уже стоит закончить нашу сегодняшнюю серию. Мы выполнили с вами три задания. Они были реально офигенными. Гитарист нам дали. Посмотрите, каких анимаций куча. Бросится в рассыпную. Мия, слушайте, ну просто лайкусик лукасянский. Ну что, ребята, если вы хотите увидеть дальше вот это прохождение всех заданий в пятницу 13, то обязательно ставьте лайк, подписываемся на каналчик, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики, и напишите обязательно в комментариях, хотите ли вы видеть дальше такое прохождение. Ну а с вами был я, Кирюха Варпач, всем удачи и всем бугагашеньки, всем пока!